Иван Иванович Коняхин в 1938 году был призван на службу в Красную армию. С июня 41 года на фронтах Великой Отечественной войны. Особо отличился в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции на территории Польши. В ночь с 14 на 15 января 1945 года Коняхин вместе со своим батальоном участвовал в прорыве сильно укрепленной вражеской обороны в районе населенного пункта Ольшевница. Помогая командиру батальона в организации быстрого преследования противника, обеспечил выход своего батальона на берег Вислы и переправу частей дивизии. Батальон Коняхина успешно захватил и удержал плацдарм на ее западном берегу, за что по указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года старший лейтенант Коняхин за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и геройство был удостоен звания Героя Советского Союза. Мы помним героев. Мы гордимся земляками.